Итак, всем привет, всем моим подписчикам, мертвым или живым, и тем, как сказать, запутавшим путникам, которые случайно забрели на мой канал. Мы продолжаем XCOM, Enemy Within, это второй выпуск. Вот, сегодня, что я уже забыл, что там? У нас много денег, ну это хорошо. Сколько спутников можно? Два. Фигня, не будем пока покупать. Нужно построить, потому что я слышал, что после первой покупки спутники начинают дороже стоить. У нас по людям штурмовичок улучшился. А это нам дали его. Угу. Так, тебя бы раскрасить. Тяжелая пехота. Сойдет. Штурмовик. Да, что ж вы все... Блин, тихо. Не раскрашенные это такие. Снайпер. Ты тоже туда же. Сколько помню, снайперов у меня дофига. Поддержка. Зеленый. А, там поярче был зеленый. О, вот этот. Так, все снайперы у нас. Ну, я думаю, они успеют очухаться. Кто у нас лучше, кстати? Вот видите, наверное, лучшие снайперы. Что у нас по кадрам? Ну, пусть будет. А, понятно. Константин Новиков. Игорь Виноградов. Ладно, погнали. Новое исследование. Вот хорошо, кстати. Не, нафиг не надо. Ну ладно. А, я так и знала, что вы выберете этот проект, шеф. Считайте, что мы уже начали. Все это ты знаешь. Ждите результатов. Рано. На глобусе отмечены точки, где произошли похищения. У меня есть точные координаты. Что у нас там? Надо посмотреть по ситуации. Так, Аргентина, Бразилия нет, по-моему. Мне вообще инженера нужны. Не надо идти сюда. Ради штурмика, который мне нафиг не нужен, да, ведь?
Нет, к сожалению, инженеры. Так, ты в больничке пока. Три. Ну да, ты получше будешь. Тут твое место здесь. Так вот. Ну, бля. Три с трех снайпера взять? Это будет жестко. Поддержка, штурмовик. Что у нас по штурмовикам? Сержант. Рядовой. Рядовой. Ну ладно. Ладно, понеслась еще. Только тебе надо, наверное, аптечку взять. Так ведь. А вон целеуказатели. Готово. Ну, ладно, вперед, поехали, че. С Богом. Блин, я им всем целеуказатель что ли дал? Садимся. Отправляемся в ЮАР. Там нас уже заждались. Штаб, ответьте рейнджеру. Мы на точке. Прошу разрешения на выброску десанта. Вас понял, рейнджер. Десантирование разрешаю. Точно. А, так у меня нету. Непонятно. Одна гранатка, то бишь, да? Чё у нас тут? Мёда не видно? Вроде нет. Ну ладненько. Иду. Я пошла. Выхожу. То, что нужно. Все, ладно. Направляюсь на точку. Поехали.
уже внутри здания мед наш. Или вот он. А, вон он. Ах ты ж, ладно. Выступаю. Все ради меда. Интересная штуковина. Еще долго будет тут. Слушаюсь. Слушаюсь. Ясно. Где же вы, парни? Выдвигаюсь. Везет пока. Будет сделано. Направляюсь на точку. Пока везет. Двигаюсь на позицию. Очень сильно везет. Что там за звук? Штурмовик. А, вот и они. Ухожу из-под огня, меняю укрытие. Огонь в готовности. Они один готов. О, еще один. Они отходят. Ну хоть штурмовик безопасности. Уже иду. Этот никого не видит. Выполняю. Ну понятно. Как ты на ветер? Ясно. Он мой. Ну. Молодец. Красавица. Может, гранаткой, которой нету. Вообще красавец. Теперь не рыпается. Мой взводник не красавец. Я ничего с этим не смогу поделать. Рывок. Значит, сюда. Двигаюсь к точке. На крыше, что ли, получается? Получается так. Выполняю. Да. Наверняка. Что за чертовщина? А, нет. Они дрогнули! Вперед! Ага, попался. Не могу его снять. Не беда. Че это такое? Че это еще значит? Вот эта вот зона, а? Слушаюсь. Получилось. Давай. С ним разобрались. Готов.
Чего предлагаете мне? На крышу лезть предлагаете? Вас поняла. Давай-ка пока на стрёме постоим. Так и шторм у них придет. Правильное решение. Ну, это не удивительно. Урон нулевой. А вот это хорошо. О! Попадос. Можно нарисовать еще одну звездочку на борту. Можно. Рисуй. Все прошло очень гладко. Закончить операцию без потерь? Вот это я понимаю. Не забывайте, мы видим все. В казармах можно вручить медали бойцам, которые достойны награды. Да, блин. Ну это понятно. Мастерские мне походу нужны, да? Как ни крути. Две мастерские. Хм. И электростанцию можно. Но позже. Общий вид. Пу-пу-пум. Все, теперь у меня две стационарные турельки есть, или арты. Так, медальки есть, говорят. Опять защитить в укрытии. Снайпу, конечно. Я рад за тебя. Так. Это что? Возьмем вот эту. Тоже снайпу. Все замечательно. Так. Еще лучше. Деньги кончаются. Выемка грунта завершена. Спутник надо. Сколько мне дней дают? Часов. 10 дней. Ой, 20 дней. А у меня денег нет, да ведь. У меня есть серый рынок. Некоторые члены совета готовы купить у нас какие-нибудь полезные устройства. Вещи на продажу стоит выбирать осторожно. Есть подозрение, что даже ученые пока не знают истинную цену наших находок. Я так понимаю, мы продаем устройства, которые ученые даже осмотреть не успели.
Если мы откажемся от научных исследований ради денег, доктор Вален будет в бешенстве. Печаль. Очень печально. 20 дней. Сука. Сука. Все очень плохо. Ну ладно, чё. Ну вот и новая мастерская. Новая мастерская введена в строй. Сегодня утром прибыли новые инженеры. Должен сказать, мы от помощи не откажемся. Медали еще есть, что ли? Нету. Выемка грунта завершена. Получено сообщение. Мы приятно удивлены успехами проекта XCOM. Признаюсь, последние результаты превзошли все наши ожидания. И это хорошо. Думаю, вы понимаете. Совет такими комплиментами не разбрасывается. До связи, командир. Где моя награда? Что за дела? Ну ладно. Уже сейчас я готов утверждать, если бы пришельцы собирались захватить Землю, мы не смогли бы их остановить. Полагаю, им нужно другое. Чу-чу-чу-чу. Электростанция. Готовы рисковать жизнью наших бойцов только ради того, чтобы взять эту тварь живой? Боюсь, что да. Мы зашли в тупик. Без живой особи мы вряд ли сделаем хоть какие-то новые открытия. И что же вы предлагаете сделать, доктор? По результатам последнего вскрытия я могу утверждать, что физиология пришельцев схожа с нашей. Мощный электрический разряд, выпущенный с близкого расстояния, должен вызвать мышечный паралич и нарушить их... С близкого расстояния? А если не сработает? Вы правда думаете, что ради этого стоит рисковать? Думаю, да. Мы не знаем нашего врага. Как можно остановить то, чего мы не понимаем? Если мы захватим живым хотя бы одно такое существо, возможно, мы сумеем с ним поговорить. Не помешает его допросить. Узнать, что им нужно и где располагается их основная база. Да. И ради этого, как мне кажется, стоит пойти на любой риск. Я, в принципе, мог бы построить специальный изолятор для пленников. Впрочем, не представляю, как наладить с ними контакт. Нет проблем. Я займусь этим. Хорошо. Тогда я поговорю с шефом. Поговори со мной. Уже поговорил. Завершена. Рада, что вы не забываете научный отдел, шеф. Я уже отправила новичков в лабораторию. Я тоже за тебя рад. Вопрос. Может мне шестой что-то построить? Теперь доктор Вален мечтает получить такую же тварь, но целую и по возможности живую. Ну-ну.
них мало денег. Выемка грунта завершена. Мы получаем сообщение о новых похищениях людей. Места происшествия отмечены на глобусе. Да мне вообще он не нужен. Вы прям заставляете меня сюда лезть. Ну, делать нечего, иначе выйдут нафиг. Где наш Иван? Все, вернулась на круги своя. Готовимся к высадке, штурм 1. Придется поработать в Британии. Пришло сообщение с большой земли. Центр. Рейнджер подходит к точке назначения. Поезда. Штурм-1 просит разрешения на высадку. Поезда. Вас понял, рейнджер. Штурм-1, начинайте атаку противника. Не подставляйтесь. Снайпер тут хорошо будет. Ладно. Скоро буду. Цель выбрана. Да. Быстро же ты. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну давайте. Значит, в другой раз. Да. Я в порядке. Это хорошо. Попало. Вот. Мне плохо. Так, ты отравилась или нет? Я не понял. Нет, не отравилась. Тем не менее, диспозицию лучше сменить. О! Да уж. Попади, попади. Попади, ради бога. Ради бога, попади. О! Молодчинка. Так, еще рано лечить, так ведь? Я пошла.
Куда ты гонишь? Паникуй. Убегай, беги. Отступают. Так, тебя позже полечим. Ты у нас побежишь вперед. Двигаюсь к точке. То, что надо. Ты еще не вылечиваешь, что ли? Погодь. На, можно нейтрализовать все-таки. Блин, а я не знал. Скоро оклемаешься. Ну, тогда извините, что пришлось страдать. Так, что ты не добегаешь ни до куда? Вообще не радуешь. Ну ладно, рискую. Иду. Пути. Далеко убежал. Что за шум? Как странно. Я не могу с уверенностью сказать, где тут кончается органика и начинается машина. Должен признать, я видел и более красивый дизайн. Печалька. Пойдешь, нет? Крученый! Нифига себе. Первым пора уже остановиться на одном месте. Я пошла. Молодчина. Прищучила. Позволю себе высказать догадку. Судя по общему виду, это инопланетное устройство предназначено для преследования и нейтрализации одиночных целей. Похоже, оно оборудовано хитрой системой уклонения. Возможно, следует избегать этих щупалец. Да ладно. Каких ты там доктор наук? Да уж. Спешу. А мед надо брать. Как ни крути. Уже иду. Тут зря. Бам, определенно зря.
Второй добежит до кого-нибудь? Нет, интересно. Не добежал, видимо. Я пошел. Добыча. Всегда неплохо. Выхожу. Бдим. Где у нас еще один мед? Должен быть уже виден так-то. Под таким-то ракурсом. А вон он. Далеко она. Остался один спрут. Иду. И один. То, что нужно. Нет, ну. Ну ладно. Ничего не поделаешь. Ждем выпада. А вот он. Смотреть по сторонам. Да. Зараза. Получается, схватит все-таки. До встречи, не выйдет. Я пустой. Да блин, еще один. Они обходят по плану. Еще один пак врагов. Все, стрелять больше нечем. Это прискорбно. Да, вдвойне. Делать нечего. Цель выбрана. Убивать врагов надо. Печаль. Поправка на ветер. Сейчас же по тебе попадут, девочка моя. Попади. Один хп все-таки. Жестко. Иван. Нет. Загружаться или нет? Один ход вроде как. Ну, если так загружаться, конечно, это полная халява получается, так ведь? На. Не та загрузка. Обойти хотят! Это да. Но мы же им не позволим.
Да. А же... теперь бой. Понятно. Цель не совсем поражена. Прискорбно. Я уже там. Ну вот и вылез говнюк. Ну хоть не выстрелил. Нас обстреливают. Везет, как черту. Пойди. Ну, отчина. Двигаюсь на позицию. А с пистолета? Одна и та же фигня. Зачем платить больше? Поймал. Ну, это как бы проигрыш для тебя, понимаешь, да? Тут промазать невозможно. Сука. Блин. Да. Поняла вас. Мне от этого не легче. О. Меня обходят. Ты второй раз подряд сдохнешь. Иван, ты что? Как так ты можешь? Не надо так, Иван. Я должен все исправить. Выхожу. На-на. О, Иван, ты чё? Это потому что я называю тебя Иван, а не Игорь. Поехали. Все из-за этого? Поняла вас. Вот повезло. Это да. Я вообще Аркадию сейчас. Нафиг. Вот черт! С ним разобрались. Патроны... Все задачи выполнены. Не легче. Два раза. Два раза загружался. Это же шесть. Когда я играл без загрузки, было... очень жестко, сразу же вспомнил эти времена. Афина, Игорь Афина? Ничего себе у тебя прозвище. Не забывай.